Привет! Как дела? Well! Скажи мне, это твой друг? Oh, this is my friend! Okay. Да, это мой друг. Подожди, ты что, американская киса? No, no, no. Because Halloween это, ну, оттуда пришло. Мы сегодня в Ривьера-парке на Заимке. Слушай, ну и как здесь? Чувствуется ли дух вот этого истинного американского праздника? Думаю, что мы с этим обязательно сегодня встретимся на этой супер-вечеринке. Хэллоуин любите? Больше жизни, больше Нового года. Вот просто с языка сняла. Во имя детей, скажем так. Все во имя детей. Иностранный праздник, что-то связанное с привидениями, ведьмами, всякой нечистью и так далее. Девочка? Что? Как дела? Нормально. Ты меня боишься? Нет. А я тебя да. Потому что я скелет. Я в неком роде Фредди Крюгер сегодня, поэтому это некая имитация такая, да. И летучая мышь и скелет. Ты в компании вот с этими вампирами? Да. Тебе не страшно? Ты не боишься их? Кто самый страшный, на твой взгляд, сегодня? Вот. Ну да, я его тоже копаю. Шума, музыки, живой вокал, что мы любим. Для детей аквагрим, да? Шикарное настроение, аквагрим, прекрасная кухня, веселье до упаду. Передаем привет нашей бабе Люде. Привет моей кошачьей семье. Ривьера-парк, спасибо тебе большое за такой большой праздник.